Здравствуйте, меня по-прежнему зовут Александра Владимировна, и я продолжаю свой обзор на томаты в теплице. 14 июня 2020 год. Обращаем ваше внимание на сорт помидоров Ликуличи. Мне он достался в подарок. Дарила очень хорошая женщина, Оля Соболева. На нем уже завязались помидорочки. По описанию хозяйки этого сорта, который мне достался, он будет высокий. Томатики не должны быть крупными. Цветет очень обильно. Цветочки простые. Все подкормлено, как и все остальные томаты. Вот у меня два куста в теплице и есть на улице. Сейчас покажу на улице. Это Ликулич на улице. Тоже вот завязалась помидорочка. Кисточки завязываются. Кормлено все стандартно и по листу, и закладка была вкусной еды в луночку. Ну, встретимся с Ликуличем, когда он даст уже более видимый результат.